Здравствуйте! С вами Анатолий Исаев с продолжением рубрики «Обзорчики». Целый второй выпуск, в котором вашему искушенному, а скорее всего пока еще не очень искушенному вниманию, будут предложены гораздо более бюджетные решения для выражения своей любви к традиционной музыке. И сегодня у нас Honor Double Ray. И не просто Double Ray, а Black Dot. И не просто Black Dot, а в двойном экземпляре. Полутоновые Honor появились в 1911 году, но первым массовым аккордеоном в строю BC стал именно Black Dot. А свое почетное место в ирландской музыке аккордеон занимает где-то в конце 40-х. Паддио Брайан оф Мина был в числе первых музыкантов, сильно двинувших вперед техническую часть исполнительства. Плюс он активно практиковал игру двумя руками. На самом деле в левой руке в то время скрывался основной дьявол, она была категорически не приспособлена для аккомпанемента сколь-нибудь серьезным разнообразным мелодиям, по крайней мере у Хонора. Музыканты всячески пытались ее улучшить, каждый по-своему, что, в общем-то, присутствует и до сих пор. В какой-то момент Билли Маккомиски, американский музыкант ирландского происхождения, увидел у Дейдри Каллас интересную басовую раскладку. Билли купил Double Ray за $60 и попросил мастера сделать такой же бас и настроить голоса в правой руке в унисон. Тот сказал: «Хорошо, но это уничтожит аккордеон». А через год, после того, как Билли записал на этом аккордеоне альбом, Honor стали продавать аккордеоны с такой раскладкой, которую назвали Маккомиски Бейс, за $600. Итак, Honor Double Ray Black Dot номер 1. Практически нетронутый рукой кастомайзера, только самые необходимые изменения были внесены в конструкцию. Пластиковый гриф. Изначально были деревянные, но пластик, в общем, со временем занял свое законное достойное место. Клавиатура тоже ничего не менялась, только был поменен ход клавиш, причем дважды. Первый раз этим занимался человек, который изначально приводил его в порядок, Тео Гиб, довольно неплохой реставратор и аккордеонный мастер. Если что, нужны какие-то координаты, обращайтесь. Потом уже в связи с тем, что его нынешней хозяйке глубина хода клавиш показалась избыточной, уже наш отечественный мастер немножечко еще ход клавиш ограничил. Опять-таки поменяли раскладку басов по отношению к изначальной на тот самый Маккомиски бейс. И, соответственно, пожалуй, что и все. Обычный нормальный Honor, хорошо работающий, со всеми достоинствами и недостатками. Достоинства, да, и, кстати, практически не поменен разлив. Вполне себе стандартный хоноровский. Если как следует поддать звука, звук этого будет до черта. Все очень много на хонорах играют именно в акустику. Они громкие. Недостаток тоже стандартный. С своей родной клавиатурой она очень шумная. С этим можно бороться более аккуратно, там, нажимая клавиши. Но окончательно, конечно, это победить не удастся. Здесь что не сделано, с моей точки зрения, полезного. Здесь оставлены терции в аккордах. Соответственно, если я захочу играть какую-нибудь минорную мелодию, мне нужно брать либо какой-нибудь минорный септ. Обычного минорного аккорда у меня не будет, и пустого аккорда тоже. Если тупо скотчиком подклеить необходимые языки, то мы получим искомый эффект, у нас будут пустые аккорды. В остальном
типичный представитель своего хоноровского рода. Honor Double Ray, уже не Black Dot номер 2. Строго говоря, он изначально не был Black Dot, он был Эрикой. Но на самом деле я вот так и не понял, чем, кроме внешних признаков и обилием строев, отличается Эрика от Black Dot'а. Это уже довольно серьезная кастомизация, которую сделал Ятака Усуи, по-моему, его зовут. Обычно его зовут Майк. Американец японского происхождения, такой известный кастомайзер и производитель аккордеонов. Он, собственно, как и на базе старых боксов делает что-то там так и производит свои, скажем, у него очень неплохие однорядки. Здесь у нас, соответственно, глубокая переработка, начиная от грифа, который, как вы видите, деревянный. Самое важное то, что у него металлическая накладка на гриф. Как я говорил в прошлый раз, это дает нам более собранный, более жесткий звук, по некоторым данным. К сожалению, клавиатура здесь все равно имеет некоторую шумность. Слева, в общем, то же самое. Тут нужно как следует подстраиваться так, чтобы она особенно не шумела. Хотя, с другой стороны, вы собираетесь играть, я надеюсь, собираетесь играть на диатоническом аккордеоне. А тут всегда будет значительно больше всяких звуков, призвуков, вздохов и прочего шума, чем у обычного аккордеона. Поэтому научитесь любить просто его эти проявления, и все у вас будет хорошо. Здесь, соответственно, мы имеем прям почти до скрипа сухую настройку. Небольшой свинг тут есть, но, в общем, относительно обычного хоноровского звука все это прям сухарь-сухарь. И в басах у нас, соответственно, установлен бас... В двух местах он унисонорный и в двух местах бисонорный. По-моему, Джо Бёрк так, таким пользуется. Ну и, соответственно, вынуты терции. Я с таким расположением не знаком вообще. Все-таки я играю на обычном макомиске. Кому-то нравится, кому-то нет. Это уже сугубо индивидуальная фишка. Здесь больше мех, чем на типичном Хоноре. Ну, в результате получился, нельзя сказать, что другой инструмент, но вы очень хорошо можете видеть на примере двух практически одинаковых Хонеров с практически одинаковыми исходными данными, что с ними в итоге можно сделать и почему отчасти эта модель такая популярная. Заглянем внутрь. Стандартная хоноровская нутрь. Вряд ли, собственно, здесь кому-то что-то удивит, за исключением тех, кто это видит в первый раз. На что вообще обращать внимание при первом столкновении с такой вот реальностью? Ну, естественно, с правой стороны вы по количеству резонаторов можете примерно определить количество голосов. Здесь, соответственно, у нас голосов 2. Чаще всего на резонаторах еще обозначен строй. Вот здесь, кстати, еще даже видно клеймо мастера, куда обращаться в случае чего. Как вы помните, оба Хонора доведены. Здесь тоже все стандартно, чисто, красиво. В целом, по внутренностям вы мало чего можете определить, за исключением того, есть ли там ржавчина на голосах. Вот. Причем, опять-таки, стоит обращать внимание на ту часть голосов, которые около заклепок в самом низу.
стоит посмотреть на то, насколько свежий воск, которым это все сделано. То есть, чем он свежее, тем меньше воздуха будет уходить в никуда, и тем дольше вам, собственно, это все прослужит без капитального ремонта. А капитальный ремонт – это вообще дорого, как и везде, впрочем. Можем посмотреть, насколько свежие проложки. Здесь они совсем свежие, современные. У более старых ханеров они из тонкой лайки. Чем она круче? Тем, что как только она смялась и начала пропускать, ее можно заново вспушить. И снова все будет герметично. Но с другой стороны, вот этим современным проложкам просто нету сноса, они очень долго служат. Ну и почему вы можете захотеть приобрести именно Honor? Первый и чаще всего основной фактор – это отсутствие бабла. Хороший серьезный аккордеон, как и любая, в общем, серьезная вещь высокого качества, стоит дорого. И Honor на фоне топовых, да даже средних аккордеонов, предлагает вполне себе демократичные цены. Относительно того, что я показывал в прошлый раз, и то, что покажу в дальнейшем. Спойлеры. Здесь цены различаются, ну, местами на порядок. Или вам может нравиться какая-то конкретная модель, или там конкретная модель в исполнении какого-то конкретного кастомайзера. Такое, в общем, вполне себе присутствует. И среди профессиональных аккордеонистов очень высокого уровня многие играют именно на переделанных определенными мастерами хонорах и очень прекрасно себя чувствуют по этому поводу. Ну и осталось только послушать, как звучат эти дивные создания. Вы все видели, вы все слышали. Выводы делайте самостоятельно. Не стесняйтесь делиться ими в комментариях. Не устаю подчеркивать, что творить в стол могут только немногочисленные, не очень здоровые личности. А обычному творческому персонажу связь с аудиторией важна, познавательна. Тем более, что это практически единственный способ донести до меня
ваше желание каких-то изменений в предлагаемом контенте. Скучаете по мне? До новых встреч!